Ребята, что происходит? Это волшебный Нальчик. Родина, Родина не дает пройти мимо Жалбаура. Я понял. Я летаю. Хочу сказать, что самый лучший Жалбаур вот здесь, прямо на базаре. Прям в живом пространстве. На ярмарке. На ярмарке. Да. Но не с пустой вилкой же. А, не с пустой вилкой, я не успеваю. Пирамидон. Слушай, ты как боярина выглядишь. Ну, да. Шутка классная. Да? Дай Бог нам процветать. И чтобы у нас всегда был Жалбаур. Аминь. А кто его готовит? Вот, а вот кто его Заур. Готовит? Ну-ка расскажите про Заура. Заур великолепный. А вот этот человек тоже. Да. Он не повар, но вот любит вот так вот угощать людей. Один раз мы снимали ролик с Зауром, и он сказал такую вещь. Все, кто без денег, кто голоден, подходите ко мне, я вас бесплатно угощу Жалбауром. Ну и не только Жалбауром. Он тут часто это делает. Да. Особенно вот здесь Россия есть женщины, виноват. Которые ну, неимущие, скажем. Ага. Он их всех угощает всегда. Вино. Так что имейте в виду, это вот у нас гипервестер, универсам. Вот здесь вот идет прямая, значит, дорога. Вы понимаете, вот что происходит? Да. Ну, это компот. Это компот. Так, ну и все, давай заключение что-нибудь еще. Еще дают к Жалбауру компот. Да. Привет Краснодару, да? В Краснодаре так не кормят. Да. А как кормят в Краснодаре? Ой, совсем по-другому. По-другому. Ну, приятного аппетита. Ну, спасибо за это.